Коммунальные службы города готовятся к зиме. Особое внимание участкам теплотрасс, где в этом году перекладывают трубы. По информации Департамента городского хозяйства, сейчас продолжается работа на 9 объектах. Идут в графике. Еще по 3 участкам теплоэнергетики из графика выбились. Закончить ремонт должны в сентябре. Те, которые останутся до 15 сентября, это Старая Загора, это Ташкентская. И у нас остается еще один объект, который мы будем делать. Это физкультурное. Глава города Елена Лапушкина поручила особое внимание обратить на благоустройство территорий после завершения ремонтных работ. Максимально заделать вскрытие к 1 сентября, к фестивалю цветов по центральным улицам, где у нас будут люди гулять. Ну и 1 сентября около школы совершенно точно никаких вскрытий быть не должно. Общая готовность всех объектов соцсферы – 80%. Школы, детские сады в преддверии 1 сентября проверили и комиссии Роспотребнадзора и МЧС. Это работоспособность, обеспечение обслуживания системы автоматической противопожарной защиты, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, чердаков и подвалов. Что касается котельных, они подготовлены к работе в холода на 65%, жилой фонд на 76%. Также в каждом районе ремонтируют кровли. Глава города поручила районным администрациям лучше контролировать подрядчиков. Отставание от графика быть не должно. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События.